Гэтая практыка ў Гомелі існуе з 2009 года. Падчас канікулу пры гарадскім міжшкольным цэнтры да прызыўнай падрыхтоўкі арганізуецца ваенна-патрыятычны лагер. Летам ён кругласутачны. Зараз час работы абмежаваны светлавым днём з 9 до 16. Думкі падлеткаў, якія ў лагеры не ўпершыню, падзяліліся. Некаму не падабаецца дысцыпліна, якой прыходзіцца пастаянна прытрымлівацца. Нехта, наадварот, задаволены насычанай праграмай. Панравілася, здесь я ўжо не первы раз. Мы разбирали автоматы, стреляли, на экскурсии ездили. Ну, понравилось очень. На протягу тыдня удельники лагера «Я патриот» наведают областный музей военной славы, здесь экскурсию в войсковую часть и покатаются на конях у областным центре Олимпийского резерва. Разом с тем, подчас распрацовки программы уличивался той факт, что пероважная большесть подлетков находится на разных видах профилактичного улику. У связи с этим у приватности запланованы встречи с медиками, представниками православной церкви и силовых структур. У пятницу отбудется подведение выников работы лагера с уделом наместников директоров школ. Коли до подлетков не будет никаких зауах, их могут снять, как минимум, с внутришкольного профилактичного улику. Во второй половине у нас все направлено на здоровый образ жизни. Будет очень много мероприятий спортивного плана, будет волейбольный турнир, будет военно-спортивная игра «Зорница». То есть все для того, чтобы каникулы для них запомнились и был, у них каникулярное время было занято. Потому что ребята требуют повышенного внимания. Олег Сентюров, Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».